факт обо мне. Я всегда сплю в теплых носках, особенно зимой. Сейчас сделаю вот такую вот маску, потому что я сегодня очень плохо спала. Всем привет! Я очень рада вас снова видеть. Меня зовут Поля, кто со мной не знаком. Сегодня уже 11 декабря. Ну, пока что я снимаю это видео. Сегодня 11 декабря. Вот, и второй день влогмаса. Да, я уже собралась. Очень сильно хочу кушать, поэтому мы сейчас с Лешей пойдем в кофейню. И у меня там будет, знаете, такой завтрак-обед-ужин. Нет, просто завтрак-обед. Вообще, кстати, что касается питания, давно хотела вам рассказать, что я последнее время как-то очень странно, очень скептически отношусь к мясу. Именно вот котлеты, мясо, свинина, говядина, вообще просто не могу на нее смотреть, не могу ее даже просто-напросто брать в рот, потому что мне как-то противно. Без понятия, что такое со мной происходит, что с моим организмом, он просто, знаете, отвергает мясо, поэтому я стараюсь его не есть, не заставляю себя, честно, правда, еще раз повторюсь, не знаю, с чем это связано. Мне кажется, что просто надо всегда слушать свой организм, что он хочет, то ему вы и давайте. То есть, если вы хотите, например, съесть какую-то конфетку, да съешьте вы ее, господи, ничего с вами не произойдет. Лучше съесть ее сейчас, чем потом вы сорветесь и съешьте таких конфет штук 20, и вам будет намного-намного хуже, чем если бы вы съели бы просто одну. Вот, это просто мои такие умозаключения. Ладно, все, я побежала, а то Леша меня убьет, потому что я и так постоянно опаздываю. Сегодня у нас такая солнечная погода, очень рада этому. Я решила надеть зимний пуховик, потому что я, кстати, не забыла сказать, что я приболела. И смотрите, у нас чуть-чуть выпал снег. Сейчас с Лешей пришли в кофейню, я буду обедать, ну точнее мы будем обедать, наконец-таки я покушаю. Все, нам принесли покушать, я заказала пасту карбонару, капучино, Леша там сэндвич и зеленый чай. Приятного аппетита. Все, мы покушали, посидели, я сфоткалась, теперь я счастлива. Я уже пришла домой, кстати, знакомьтесь, кто не знает, это Слава, мой брат. Скажите то, что мы похожи. Короче, там у нас мама пришла, ладно. Напишите, кстати, в комментариях, похожи ли мы, потому что мне кажется, что мы очень похожи. Да. Сейчас скоро придет папа с елкой, и мы будем ставить ее наконец-то. It's the most wonderful time of the year. With the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the того, что я сегодня чуть-чуть отравилась, мне придется кушать один рис. Итак, это мой ужин. Очень такой разнообразный рис, и я еще добавила немножко сливочного масла и стакан воды. Просто класс, когда отравилась слегка. Буду смотреть видео на ютубе, пока ем, а потом буду монтировать этот влог, потому что он выйдет уже завтра, ну, у вас уже сегодня. Кстати, я еще хотела сказать пару слов о питании, потому что я
в этом, ну, как-никак разбираюсь, так как в прошлом году у меня были загоны, и я очень много изучила по этому информации, поэтому если у вас есть какие-то вопросы, может быть, какие-то проблемы с питанием, вы не знаете, как набрать или сбросить вес, или что-то еще с питанием и похудением связано, вы можете мне написать в Инстаграме, ссылка будет внизу, и вот здесь сейчас выплывет окошечко, как меня можно найти, там я вам всем там отвечаю, не удивляйтесь, потому что, не знаю, мне нравится там с вами общаться, кому-то помогать, может, кого-то поддерживать и все такое. Просто хочу сказать, что никогда себя не ограничивайте, это первое. Второе, всегда старайтесь питаться не то чтобы правильно, а просто чистой едой. Чистая еда плюс вода равно хорошее здоровье, хорошая кожа, хорошие волосы, хорошее даже самочувствие. То есть не есть каждый день в Макдональдсе там картошку фри, бургеры, чипсы и тому подобное, а просто кушайте овсянку. Ее же так можно по-разному разнообразить. Ешьте разные паровые какие-то котлетки, возможно, курицу и все такое. Потом гречу можете, рис, макароны, потому что я тоже люблю макароны, и в них нет ничего такого. Вот, кстати, у меня почему-то какая-то аллергия. И да. Ну, а я с вами прощаюсь. Огромное спасибо, что посмотрели это видео. Мне безумно приятно. Я вас очень сильно люблю. Увидимся с вами в следующем видео, в следующем влогмасе. Да, будет еще либо один, либо два. Я еще не решила. Все, пока-пока.